Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях руководитель фонда Святой Великомученицы Екатерины, архимандрит Иоанн Коган. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, мир вам. Приветствуем вас. Наша сегодняшняя тема, мы поговорим о смирении. Батюшка, прежде всего надо очертить в рамках нашего понятийного аппарата, чтобы мы правильно понимали, что такое смирение. Это очень такая трогательная и глубокая тема для всякого христианина, потому что мир, в котором мы родились, мир, в котором мы живем и в котором большинство из нас воспиталось, к сожалению, возгревает в человеке такое состояние, чтобы он самоутверждался и очень тонко воспитывался в гордом духе, потому что этот мир питает самость человека. Если мы открываем Евангелие, которым Господь нам приоткрывает падение нашей природы, отпадение от Него и, главное, порабощение страстям, то мы понимаем, что это одна из самых губительных язв, которые имеет современный человек и в целом наша природа, потому что, как говорит Слово Божие, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И вот поскольку гордый дух завладел человеком, и ум наш, и сердце, и воля наша, она движима страстями, то человек не понимает иногда, что в гордом духе может оскорбить человека, и он не чувствует, что он сделал зло. Вот, скажем, люди, которые тонкой природой жили и подвязали для достижения смирения, когда они оскорбили кого-то вот по гордому своему устроению, они очень болезновали, плакали и умоляли, чтобы Господь им помог. Скажем, такой преподобный от древней церкви, который просил Господа, когда он раздражился, чтобы не раздражаться. И Господь ему дал совет. Вот. Скажем, преподобный старец Силуан, когда молил Бога, когда он понял, что его посещают демоны именно потому, что он в гордом духе, так ему Господь открыл, потому что он очень хотел молиться чистым умом, но, к сожалению, демоны являлись ему и не давали молиться. Тогда он воскликнул: «Господи, говорит, почему я не могу молиться?» И Господь ему сказал, что так все гордые страдают от злых духов. Тогда он вопросил: а что же мне сделать, Господи, чтобы смириться? И был поразительный ответ в душе его. Дух Святой проговорил уникальную совершенно формулу: держи ум в аде и не отчаивайся. Почему такой поразительный ответ? Казалось бы, Бог нас вывел из ада, Он нас воскресил, наоборот, радоваться вместе с Ним. А оказывается, вот наша природа, в силу ее поражения падшими духами, она в испытании, которое дает ей Творец, нуждается в постоянном самоуничижении, чтобы вот этот дух не возобладал нами. Для чего это нужно? Господь по таинственному промыслу попустил человеку после крещения быть в борьбе со страстями внутренними и внешними демонами, для того, чтобы мы утвердились в том духе, который есть Божий дух смирения, чтобы в нас вот этот дух, когда Господь возьмет, если человек удостоится вечности, чтобы он тогда не был присущ нашей душе. То есть Господь, воспитывая человека, научает его смирению. Сам он нам сказал в Евангелии, когда он призвал всех к себе, говорит: придите ко мне все труждающие обременения, научитесь от меня, как я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, вот это иго, которое нам дает наше крестоношение, наши страсти, которые епископ Игнатий называет как бы бременем Навуходоносора. То есть мы должны нести вот эту как бы греховную ношу, ношу наших страстей, потому что они промысле Божьем уникально воспитывают душу, чтобы она поняла, как только ты возгордился, сразу какое-то искушение от Господа. Превознес ты себя, пал в осуждение, Господь и тебе попускает попадать в такие же, может, грехи. Скажем, кто-то осудил кого-то за нехорошее деяние или за блуд. И вот многие свидетельствуют, что когда мы судим человека, скажем, за эту страсть, неожиданно приходит брань и на нас самих. Вот известный старец, который мне довелось знать, святогорец Паисий, он как-то раз... Вот я и говорил в прошлый раз, по-моему, что он меня как раз благословил и принять монашество на Афоне, и благословил учиться, и послал в Афинский университет, который я закончил 90-94 год, я учился на богословском факультете там. И вот он рассказал, что один раз у него было такое смущение от одной женщины, которая нехорошего поведения, и он получилось, возмутился, раздражился на нее, и на него напала очень сильная плотская брань. И поскольку для монаха это смерть, он ничего, ни молитва ему не помогала, ни поклоны, ни пост, он взял уже топор, чтобы себе как бы буквально, так сказать, сделать рану как бы по ноге очень сильно. Отцы боролись, иногда били себя палкой. На Афоне это один из в опыте, так сказать, монашеского жития афонских, скажем, отцов. Это борьба вплоть до того, что человек истязает свое тело. И вот когда он собрался, занес уже, чтобы себя, так сказать, наказать таким образом, вдруг он услышал голос от Господа, что видишь,
значит, ты, говорит, ты немножко не выдержал этой брани, ты ее судил за блуд, вот, так сказать, сам, видишь, не можешь выдержать. Он ужаснулся, что, оказывается, за осуждение, так как говорят, что святым отцам, которые продвинуты в подвиге, очищены, уже особенно попускается брань за осуждение, а у осуждения есть плод гордости. Когда нас Пимен Великий говорит, помысел ведется следить за каким-то деянием другого человека, значит, нами движет гордость. Вот эти очень тонкие духи, они владеют и нашим умом, и нашим сердцем. И вот поэтому очень важно понять, что единственное лекарство от нашего падшести – это самоукорение и самоосуждение, которое вплоть до ада, вот то, что было открыто преподобному Силуану, необходимо человеку, потому что, когда мы смиримся до ада, то Господь возносит нас до неба. Вот это уникальная тайна христианской жизни. Господь нам лестницу, по которой нас возводит на небо, показывает обратным. То есть она идет вниз, она идет в бездну покаяния, в бездну смирения. И вот через вот этот путь в бездну, когда человек понимает, что никто, что он сам прах и пепел, что все в нас положительное только от Бога, что нами владеет только страсть и грех, потому что мы сами в себе хорошего ничего не имеем. Вот это глубинное состояние, оно очень важно. И когда старец Силуан говорит, я воспринял этот урок от Господа, он стал себя осуждать, он даже сочинил такую молитву, говорит, скоро я умру, и сойду в ад, и там буду мучиться, не буду видеть Господа. И вот это вот тонкое очень, как бы, когда человек идет по канату, скажем, и он должен, значит, и не в одну сторону клонить, не в другую, когда он должен и туда, и сюда, чтобы пройти. Вот здесь, с одной стороны, держать ум в аде, то есть как бы осуждать себя, что ты достоин адских мук, и в то же время не отчаиваться, то есть уповать на милость Божию. И вот он сразу сказал, после вот этого опыта у него сразу успокоились страсти, и в него вошел огромный мир. И вот люди, которые жили действительно в подлинном покаянии, они стяжали вот это глубинное смирение. И старец Сафроний, преснопамятный, который мне тоже, я имел счастье, удалось и знать, и встречаться с ним. Вот. Он как раз приводит в этой книге преподобного Силуана и Пимена Великого, который говорил, что я, говорит, Чацам и Ануфрий, и другие отцы, что говорили, там, где сатана, там я буду. Вот. И, скажем, Антоний Господь послал к сапожнику, который имел помысел, что, вот, говорит, эти люди спасутся, я погибну. Оказывается, вот нам очень важно, как бы мы ни подвиги покаяния или подвиги в настоящей борьбе с грехом не подвязались, что если плодом не будет смирения, то все напрасно. И старец Силуан, он целый день носил мешки, он трудился, он кушал очень мало, он спал один час, он клал поклон, он день и ночь молился, умолял Бога, Боже, помилуй меня. Батюшка, то есть этот подвиг был огромный. И в то же время вдруг гордыни, демоны, да? демоны ему показали, что ты еще имеешь с нами власть. Иначе говоря, пока мы в страстях, демоны имеют над нами власть. Как мы только смирились, все то, что сказал царь Давид, говорит, смирихся и спаси меня Господь. Вот это тайна нашей жизни. И вот я как раз в этой книге, Батюшка, про которую мы... То есть противоположность смирению – это гордыня. Да, потому что свойство Бога, Творца, который дал и нам свою природу, это благость, кротость и смирение. А вот как... в силу падения в нас вошла вот эта энергия демоническая, она питает наш эгоизм и питает нашу гордость. И вы помните, у Пушкина есть такие слова, которые очень хорошо выражают суть жизни интеллигенции, вот так называют, творческих людей. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллион. Вот это самовозвышение. И царь, еще могу сказать хорошие слова, значит, у Иоанна Богослова, он как раз, когда поучает христиан, как надо жить, он сразу говорит, не любите ни мир, ни того, что в мире. Что такое мир? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, я в тот раз еще подчеркивал, то есть гордость самоутверждения, гордость самообожения, вот то, что сатана сказал, будьте как боги. В чем трагедия нашей природы сейчас? До падения Адама и Евы мы не имели этого яда в себе. То есть гордое семя не жило в человеке. Оно вошло через прислушание уже как плод гордости вот этих падших ангелов, которые возгордились, восстали на Бога, и как раз не спав с неба, они, возгордившись, они утвердились в гордость. И вот нам при попущении Божьем после падения дается возможность освободиться, исцелиться от этой проказы. Батюшка, ну вы говорите о способе борьбы тех, кто подвязался, проще говоря, монашествующих, тем более для мирян. Но как, да, вот мирской человек может определить, что он возгордился, что в нем живет гордыня? Как это сделать? Вы знаете, гордость ума и сердца увидеть очень трудно. Для этого человек должен начать жить жизнью в таинствах церкви, потому что когда мы начинаем каяться в своих грехах,
когда мы начинаем называть вот те страсти, которые нас беспокоят, когда мы начинаем видеть, что мы, к сожалению, поскольку в свете заповедей Божьих, как бы в зеркало человек смотрит на себя, мы видим, что мы не можем их соблюдать, потому что гордость мешает быть смиренным перед ближним. Значит, я вхожу в раздражение, если что-то он делает не так. Гордость мне мешает потерпеть немощь ближнего. Я возмущаюсь, могу осуждать. Гордость мне не дает возможность покрыть немощь ближнего, потому что если я сам вижу свою немощь, то есть если я подвязаюсь в самоуничижении, самоукорении, то я вижу, что и другой больной, потому что все мы больны. Образно говоря, если, вот, скажем, много людей в палате, в больнице, одного нога больная, у другого там с глазом плохо, у четвертого, у третьего руки нет, у четвертого аппендицит и так далее, и так далее. То есть все они лежат больные, они никто друг друга не осуждает. А мы ведь, посмотрите, как мы живем, вот мы христиане, мы все друг друга судим. У нас нет любви, Господь говорит, милости хочу, а не жертв. А мы исполнены фарисейского духа, как раз фарисейский дух – это и есть начинка, гордость, потому что мы говорим, мы не такие, как он. Вот я, допустим, увижу какого-нибудь нищего или пьяницу, или цыгана, и говорю, вот я чувствую, я лучше. То есть мы не чувствуем себя хуже. Был уникальный святой жизни муж духовный в Грузии, отец Гавриил, который сейчас очень много чудес творит. Он даже мальчика одного исцелил от немоты, на могилу к нему кладут. Я вот как раз недавно вернулся из Грузии, там тоже переводит, уже почти готов перевод книги моей. И вот этот святой мне рассказал один его духовный сын, врач, когда к нему пришел один человек, который из тюрьмы, разбойник такой, он ему поразительные слова сказал и заинтересовал его. И как-то он его взял с собой поехать в одно место, где был старый район, и там мусорка стояла на дороге, мусорка. И вдруг, говорит, он выходит из машины, упал и стал молиться на эту кучу и плачет. Этот человек пришел в невероятное недоумение, говорит, что ты делаешь, отче? Он говорит, Боже мой, говорит, представляешь, говорит, наши грехи, наши страсти, наши добродетели хуже, чем пахнут, чем вот эта грязная куча. И я плачу, что я хуже вот этой кучи, что я Бога обижаю своими грехами. То есть какое в человеке было смирение? Вот это поразительное состояние именно праведных людей. Батюшка, у нас есть звонок, Москва на связи, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Батюшка, благословите. Бог да благословит вас, да. Батюшка, такой вопрос хотел задать. Вот сейчас у нас такое современное развитие идет, глобализация, соответственно, все это обвязывается электронными карточками всякими и так далее. Я хотел уточнить, мне как православному человеку надо смиряться или бороться с этим нововеянием, скажем так? Ну, вы знаете, здесь надо быть не просто, так сказать, православному человеку бороться или смиряться. Здесь надо по-другому смотреть. Дело все в том, что церковь, чадами, которыми мы являемся, которые являются для нас светочем, поскольку в свете божественной истины мы должны воспринимать все события, которые нас сопровождают, и окружающего мира, и лично нас. Мы должны быть совершенно спокойны. Христос в Евангелии, в опыте отцов дал уникальное чудесное определение для нас, православных христиан, которые являемся чадами Его церкви, которые должны быть чадами вот того малого стада, которое нас Господь призвал. Он говорит, не бойся, малое чадо. Смотрите, слова, не бойся, ибо Отец мой благоволил даровать и нам царство. То есть, если мы будем жить по заповедям Христа и стержевать то, что хочет Господь, чтобы мы были смиренны и жили в любви ко всем людям, то дух растление этого мира, дух апостасийный, то есть дух отступления от христианских истин и благочестия, и идеалов христианства, он не затронет нас. Об этом очень хорошо говорил духоносный старец Порфирий, который является сейчас одним из величайших святых мужей в опыте, познавший уникальную любовь Христа. И он даже сказал так для людей, которые тогда начали беспокоиться в связи с штрих-кодами, в связи с появлением, так сказать, возможности документов, когда людей закабаляло вот это вот, сказать, система, он сказал, что если мы будем в любви Божией, даже когда Антихрист придет, он нас не коснется, потому что любовь Божия, она не дает места дьяволу ни в душе нашей, ни рядом. И сам Христос в Евангелии говорит, грядет князь мира сего, и во мне не обрящет ничего. Вот если мы будем со Христом во Христе, в нас дьявол ничего не обрящет. Но вот как раз наша страсть и наш грех, и наша неочищенность позволяет врагу ругаться над нами и смущать. И мы знаем, что сейчас очень много людей смущено вот этими проблемами. Я думаю, если Бог позволит, мы можем специально посвятить одну тему этому очень серьезному разговору, потому что много сейчас неутвержденных мужей в священном сане и разные так называемые лжестарцы, они пугают народ вот этим страхованием, что сейчас документы нас закабаляют, мы становимся жертвами такого гетто электронного, в котором человек, приняв, скажем, тот или иной документ, постепенно порабощаясь, обязательно попадает под
энергетическую зависимость от этих компьютеров, от этих карточек, и в конце концов примет и печать Антихриста. Я глубоко убежден, и об этом говорят мужи, которые в опыте молились и поняли истину, что Церковь Христова, в недрах которой мы должны созидать свою душу для вечности, она покроет нас от искушений в годину, когда они придут. И сама Церковь решит, что нам необходимо, что не необходимо. Вот на сегодняшний день те документы, которые предлагаются от лица государств всем христианам в разных странах, и в Греции, и в Болгарии, и на Украине, и у нас в России, поскольку были синоды, то есть поместные соборы определяли эти темы, они точно и ясно сказали, что на сегодняшний день угрозы для нашей души, для нашего спасения нет. То есть если мы являемся чадами мистического тела Христова, если мы каем в своих грехах, причащаемся животворящей крови Его, мы, облагодатствуя свою падшую природу, становимся детьми вечности, потому что Бог пришел на эту землю спасти нас и устроил церковь для спасения людей, попуская за грехи человечества вот этот страшный, так сказать, антихристский дух, который завладел сейчас всеми народами, он в то же время блюдет и хранит своих овец. Поэтому он говорит, не бойтесь, я, говорит, сильнее всех, выше отца моего никого нет. Поэтому я хотел бы сказать вот в конце, что не нужно бояться, нужно ждать голоса церкви. Вот если будет эта проблема, Церковь собирает иерархов, богословов, то, что было в 2000 году, я присутствовал на такой конференции, и все четко и ясно определили, что бояться этих знаков нельзя, что они не порабощают нас, и главное, что человеку надо заниматься тем, чтобы, полюбив Христа, найти с Ним общение. Надо жить со Христом, а не с Антихристом, не со всеми вот этими страхованиями, потому что это показывает, что мы, значит, встали не на правильный путь. Мы не живем в любви Божией и боимся того, что на самом деле, как и говорили отцы, что боялись там, где нет страха. Поэтому не бойтесь, Христос с нами, и соборный разум церкви определит, когда придет время испытаний, Господь укрепит нас и вразумит, как поступить. И мы знаем о том, что если люди имеют крепкую веру, Господь может призвать на мученичество. Это тогда уже, как святые отцы определили, как Иоанн Златоуст, Юстин мученик, и другие мужи церкви, которым Господь открыл, что это будет время, когда Господь определит, кому быть мучеником, кого Он покроет болезнями, заберет, кого-то сокроет для испытаний. То есть надо еще подождать, еще рано, не пришел еще Антихрист, не пришло еще время принимать его печати, надо заниматься покаянием и спасением своей души, а остальное Господь управит. Да. У нас есть еще один звонок, и Омск на связи, слушаем вас, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, у меня вот, ну, в семье, мы вот с мужем венчаны, да, живем с ним, ну, как бы 5 лет, 2 ребенка у нас маленькие. А я, как, ну, считаю себя православной, да, у меня муж, ну, как бы чуть-чуть далеко от этого, ну, какие-то шаги делает. И вот мне мешает гордыня, да, во всем. То есть я не могу смириться с тем, что у него друзья на первом месте. Хотя выходила замуж, понимала, да, что у него, как бы, ну, в основном друзья. То, что вот он ругается матом, то, что он как бы, ну, срывается там на мне, выпивает. То есть он, ну, как бы много что себе позволяет того, что я, допустим, ну, не могу я смириться с этим. Вот, и вот в итоге, в общем, не выдержала этого всего, выгнала его, как бы вот. Сейчас просто вот, ну, как бы, вот, не знаю, как бы думаю, что для детей, может быть, это лучше будет, не будут видеть они вот, ну, как бы, спецоры, все. А скажите, пожалуйста, чтобы я понял, вы с ним венчаны? Мы венчаны. А поняли ли вы простой вещи, что выгоняя его, скажем, за его немощи, за его страсти, вы ему провоцируете то, что чрезвычайно опасно, называется прелюбодейством такой поступок. И Господь, если человек венчан, нас призвал к терпению, это крестоношение. Если он не гуляет с другими женщинами, только при этом условии спокойно можете с ним расстаться, это согласно определению самого Христа, то, может быть, потерпеть и вымаливать его, потому что вы, как жена, как апостол говорит, что если он как бы согласен с тобой жить, он тебя не ругает за то, что ты ходишь в церковь, то потерпеть и говорит, не спасешь ли ты мужа, потому что неверующий муж освящается верующей женой. А если вы его выгоняете, вы ему провоцируете с этими ребятами, с которыми он будет выпивать и гулять, вступить в связь с другими женщинами, то есть вы ему провоцируете прелюбодейство. И уже будучи оскверненным, если он вернется к вам, он сам будет в нечистоте, и вас будет осквернять. И самое страшное, что у вас будет вот это ожесточение жить, которое не располагает вас к молитве. Как раз я бы посоветовал вам, если, так сказать,
у вас есть крепость и терпение, то смирить себя под крепкую руку Божию, вымаливать его и деткам вместе молиться за папу. Потому что бывает так, что люди одумываются и возвращаются, то есть попробовать. Но если он сам уже заранее, и вы знаете, гулял с другими женщинами, то вы имеете право развода. Но вам надо официально прийти тогда к священнику, который, где вы венчались, определит вам, куда вам поехать в епархию и подать заявление о разводе, чтобы с вас был снят венец, потому что человек имеет право за грех прелюбодейства супруга разводиться. Тогда вам будет спокойно, то есть психофизически вы будете в мире Христом, потому что с вас снимется духовная связь. Вы, когда было таинство, стали с ним одной плотью. И вас будет мучить это. Поэтому вы подумайте, посоветуйтесь с епископом. На самом деле этот вопрос должен решать епископ, которому необходимо все сделать, чтобы семья сохранилась. Но если невозможно по экономии, так сказать, лучше развестись, чем, так сказать, губить свою душу. Вот здесь нужно, мне представляется, обратиться лучше к местному епископу и поговорить с ним, как вот его благодать Божия вразумит поступить вам в этой ситуации. Продолжая наш разговор, вот вспоминая про практически любого из святых, к примеру, Мария Египетская, нам известно, собственно, о тех деяниях, которые были до того, как она подвязалась в пустыне. Но неизвестно практически ничего из той ее жизни, когда она эти два десятка лет практически провела в пустыне. Почему так интересно получается, что непосредственно в самой пустыне об этом ничего не рассказано? Почему так? Вот известно, знаете, что ее жизнь осталась сокровенной, потому что Господь промыслом своим как бы ее созидал в тайне от мира. В конце он явил ее. Вот. И она рассказала Зосиме о том, какие она пережила ужасы в борьбе со страстями. Известно, что прожила она 47 лет там. 17 лет, согласно ее возрасту, с которой она начала распутную жизнь, она жила в грехе содомском, в грехе чудовищном. И вот ровно 17 лет, об этом говорит преподобный Силуан Афонский, ей была попущена брань плотская. Она боролась с этими страстями, как с дикими зверями. Хотя, говорит, там даже нечего было почти есть. Она кушала одну травку. Я имел счастье, когда я учился на богословском факультете, мы каждый год приезжали на Святую Землю. Я служил в этом монастыре Георгия Хазвита, в Герасиме Иорданского, там, где вот эти места, где она жила. И там растет ее, так и называют травку преподобной Марии Египетской. Она похожа по вкусу на нас щавель. Вот она одну эту траву имела, пила воду из реки. У нее ничего не было. То есть плоть она иссушила быстро. А почему так мало известно? Ну, вы знаете, и бывает иногда Господь взращивает для себя небесные цветы в тайне. И он нам тоже повелел, войди в клеть, говорит, помолись в тайне, говорит, Отцу Небесному, он, говорит, воздаст явно. Но мы судим сейчас по плодам. То есть она плакала, она рыдала о прошлой своей жизни и умоляла Бога простить. Вся эта ее жизнь была в глубочайшем плаче. Этот плач был пред недвидимым, но явно ощущаемым Богом, потому что Дух Божий ей давал осознавать всю вину свою, всю мерзость свою. То есть благодать Божия, которая вот именно благодать покаяния, она ее пожигала таким действием, что она рыдала годами, она плакала годами, и она себя иссушила, и она настолько себя считала прахом, что у нее даже бы не было никакого чувства, что она достойна имени человека, имени, так сказать, такого человека, которому могли быть, так сказать, поклониться. А ведь она стала уникальной святой. Мы не знаем иного примера, который достиг такой святости. То есть она стала как дух во плоти. Она перекрестила реку и пошла по водам, как по суху. То есть это было состояние уже, как будто у нее крылья были. То есть ангельское состояние, когда божественный дух человеку дает преодолеть, значит, законы физики, в которых мы живем на земле. Потому что по тяжести нашего тела, по закону тяготения, мы должны ходить по земле. Человек не может быть в воздухе. У нас нет крыльев, и не можем взлететь. Значит, дух Божий так преобразил ее. Но интересно, что вот в этом состоянии, которое она стяжала, вот это состояние, что она прах и пепел, вот и это и есть подлинное смирение. Поэтому Господь ее и воздвиг так вознес, и так ее поставил в пример всему христианскому человечеству, потому что она глубочайшим образом очистила через плач свою греховную душу. Вот, и мне бы, если вы позволите, хотелось бы, вот как раз в книге у меня есть такая глава «Смирение Христово». Здесь уникальный пример рассказать. Он очень Давайте сразу же после звонка. Давайте, телезрители. Давайте, Белгородская область у нас на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, отец Иван. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Иван, я понимаю смирение перед Богом, когда человек воспринимает скорби без ропота. Это понятно. А что значит смирение перед человеком? И где та грань, когда смирение может перерасти в человекоугодие? И где вот эта именно грань, что человек
вместо смиренного стоит обыкновенным подхалимом. Особенно сейчас, перед властью, перед всеми. Это чистое подхалимство, когда не смирение. И вот эту грань как не переступить? Мой дорогой друг, мы вам ответим просто и ясно. Надо различать жизнь мирян и жизнь христиан. Потому что если вы говорите про мирян, которые лицемерят и угодники, то это одно состояние. Потому что мы множество примеров знаем, как вот у Грибоедова сказано, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любит бессловесных, или подхалимов, можно добавить, и как угодно. Христианин, который начинает обнаруживать в себе грех и страсти, он внутренне движим покаянием, и насколько он глубже кается, насколько он видит себя несмиренным, насколько он видит себе свою худобу и нечистоту. И вот это сокрушение своей греховности, оно дает потом какое-то чувство такта. Скажем, когда человек видит свои грехи, видит всю свою грязь, он понимает, как я могу там судить другого, или как я могу укорить другого, вот, или как я могу, так сказать, что-то ему сказать, когда я сам такой-сякой. И в этом плане он находится в состоянии благоразумия, то есть он может промолчать перед ним еще ближнего, или не укорять его, зная, что, чем я, так сказать, лучше. Но если человек, допустим, видит немощи другого, который ему неприятный, который искушает его или который буквально обижает его, то Господь дал очень простое правило в Евангелии. Он говорит такие слова: «Если согрешил против тебя брат, обличи его. Если не послушать тебя, то позови второго, чтобы при двух встал вся глагол. Если же не послушает вас обоих, речь идет о христианах, то позовите тогда пресвитера, то есть священника церкви, чтобы он его вразумил, обличил. А если не послушает и священника, будьте как язычник и мытарь». То есть у нас есть руководство Евангелия. Это очень важно понять. А люди, которые ищут подхалимство, они уже в мирском духе, они не в покаянии. Мы говорим о христианском смирении. Христианское смирение, оно жалеет брата. Нам апостол Павел говорит: носите немощи друг друга, и так исполните закон Христов. То есть, если я потерплю брата ради заповеди Божьей, значит, исполняя эту заповедь, я приобретаю брата. Потому что отцы святые говорили: брат наш, то есть ближний наш, это наша жизнь. Обидел брата, Бога обидел. Оскорбил ты ближнего, ты отогнал от себя Духа Божьего. Помог ты ближнему, потерпел его, Господь потерпит и наши немощи. То есть у нас есть точные духовные правила. Поэтому я бы вас обратил внимание к тому, что вам необходимо познакомиться со святыми отцами, которые четко и ясно определяют дорогу жизни и дорогу благочестия. У нас есть следующий звонок из Челябинска. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я бы хотела узнать, в одном грехе можно каяться дважды? Не будет ли это выглядеть как гордыня? В зависимости от того, какой грех. Если, допустим, вы покаялись в каком-то смертном тяжелом грехе, но вам не была дана терапия, скажем, вот люди, которые попали в плотские грехи, или большинство женщин, к сожалению, по той или иной причине в юности попало в беду, когда приходилось или в более взрослом возрасте делать аборт, то этот грех требует глубинного покаяния с плачем. Если вы знаете, многие люди, так сказать, постоянно ходит к разным батюшкам, называют одни и те же грехи, и душа их мучается. Вот у меня, когда в Греции вышла эта книга, я выступил по радио, значит, был такой звонок, сотни людей стало звонить, где найти эту книгу и как, так сказать, встретиться. Стали четыре мужчины, сразу попросили поисповедоваться за всю жизнь. И вот одна позвонила старушка, говорит: батюшка, я, говорит, без ног, я калека, пожалуйста, приезжайте ко мне домой, у меня, говорит, беда, я, говорит, чувствую, что я скоро умру, но я не ощущаю в себе, что мне Бог простил грехи. Хотя она каялась. И вот мне пришлось приехать, и оказалась такая же ситуация, как вот в книге, которую я описываю. В Киеве я встретил одну женщину в начале 80-х годов, которая сделала 7 абортов. Буквально у этой женщины то же самое было. Но она как христианка знала, вот ей хотелось замуж. И вот она искала человека, который бы ей пришел по сердцу, и встречаясь с другими мужчинами, она делала аборт. То есть она сознательно убивала. И хотя она каялась священнику, она не ощущала спасения. То есть этот грех был тяжкий, этот грех был ужасный. То есть у нее было сознательное детоубийство. Другое дело, когда у нас советский период, когда большинство женщин, скажем, будучи просто крещенными, воспиталась по советским понятиям, вот, и сделав эти грехи, не понимали, что они матеря-убийцы. И вот мне эта женщина, которую я встретил в Киеве, рассказала, когда она впервые покаялась, священник ей объяснил, что она убила 7 детей, которые на самом деле неизвестно куда попадают, поскольку они не крещены, ибо Господь нам в Евангелии говорит: аминь, аминь, говорю вам, кто не родится от воды и духа, не может наследовать Царство Небесное. Вот она стала плакать об этом грехе. 2 года она проводила каждый вечер в покаянии, умоляла Бога
с горючими слезами умоляла, чтобы он упокоил этих несчастных младенцев. И вот как она рассказала, с ней случилось нечто необычайное. В один из вечеров, когда она так молилась и просила Бога, чтобы он упокоил и простил ей эти грехи ее младенцев, вдруг она увидела, она впала в тонкий сон, она увидела себя, идущей по кладбищу, как будто кто-то ее вел. Смотрит слева и справа могилки, не может понять, почему на кладбище и почему ее ведут среди этих могил. И вдруг, оказавшись на окраине этого кладбища, она увидела 7 холмиков. И в этот момент она обомлела просто, она поняла, что здесь ее дети. И вдруг, говорит, от этих холмиков отделилась как бы веяние такого благостного ветерка, и Дух Божий вошел в ее душу неизвечайно тишайшим, таком благоговейном извещении. Вдруг ей буквально как будто пришла информация, буквально вот слова, которые она передала. «Вот твои дети, я упокоил их, я прощаю тебя». Вот ей ответил Дух Божий. И она говорит, после этого мне не страшно умирать. То есть она 2 года плакала. Я вот часто на проповеди, когда людям рассказываешь, которые повинны, иногда встречаешь ужасающие случаи, скажем, одна женщина, будучи замужем, поведала, что она делала после вот такой проповеди, умолила поисповедовать, что она делала 60 абортов. То есть каждые полгода, живя 30 лет с мужем, не то что от каких-то там других встреч случайных, она сделала 60 абортов. И вот когда я рассказал этот страшный случай, она попросила поисповедоваться, потому что она даже не понимала, что она творит. Даже слышать страшно такие грехи. Поэтому для чего это все рассказываю? Если мы не очищены покаянием, надо встать на колени, умолять Бога, чтобы Он простил и очистил душу, и вымаливать у Бога, чтобы Он нас известил, что нам простил. То есть должна быть надежда в сердце, что Бог простил, нас примет. Вот это очень важно. У нас очень много женщин, не очищенных от грехов. К сожалению, это и беда некоторых священников, которые не прошли опыт на духовную жизнь, которые не стяжали дар благоразумного рассуждения и легко прощают эти грехи и даже не дают элементарный канон покаянный. Некоторые батюшки как будто такую маленькую, как говорится, карамельку, как вот ребеночку там, ну, делают там по 5 поклончиков, там что-то. Когда нужна серьезная терапия, скажем, у человека язва внутренняя. Нужно применение скальпеля, нужна операция. Почему мы будем только зеленочкой мазать эту рану, а внутри эта язва будет разъедать наше духовное тело, нашу душу? Поэтому нужно воспользоваться учением отцов. Надо открыть правила, какие в древности, так сказать, предложены были святыми апостолами, отцами, врачевание той или иной страсти. И посмотреть, как вот в древности отцы считали, какая терапия за тот или иной грех. И вот если мы совершенно не очищены, не прошли эту терапию, надо хоть какую-то с рассуждением духовника взять терапию, чтобы мы раскаялись. Если есть раскаяние, то будет и мир в душе. То есть ты будешь чувствовать, Бог тебя простил. Старец Сулан рассказывает интересную историю, когда они в деревне веселились, и один человек играл на гармошке и веселился. Он говорит, как же ты веселился? Ты же, говорит, этот человек пришел со строга. Ты же убил человека, у тебя, говорит, веселье. Он говорит, когда меня Бог послал во строг, я там плакал, умолял его, что он меня простил. И он меня простил, поэтому я спокоен. Тогда старец Силан был удивлен, потому что он сам впал в нехорошую ситуацию. Он в близости был с одной молодой девушкой. Как он говорит, он потом раскаялся глубоко. Он понял, что Бог может простить грехи. Это был простой юноша сельский. Вот это очень важно понять, что у Бога надо вымаливать прощение. И когда Дух Божий известит, что Он нас простил, тогда у человека мир души. И тогда не надо второй раз идти на покаяние, потому что на самом деле, как говорят святые отцы, что когда я называю грех, раскаиваясь, и священник читает разрешить молитву, совершается таинство, то есть происходит очищение души. То есть грех прощается, но надо его замаливать и очистить душу еще в терапевтическом периоде, который называется эпитимьёй по-гречески. То есть это период очищения. Вот это очень важно понять. Поэтому если вы раскаетесь, второй раз не нужно ходить. И здесь не идет речь о гордыне. Речь идет о том, чтобы Бог нас помиловал. Ведь мы ему что говорим? Помилуй меня. То есть мы просим милости, потому что мы грешны, мы прокажены, мы больные. А когда человек болен, идет к врачу, говорит, исцелите меня. То есть мы просим, чтобы он не только простил, но и исцелил от этой страсти. Здесь как раз не гордость, а потребность в исцелении нашей больной души. Гордость – это там, когда человек не хочет каяться, когда он говорит, а я, кажется, не хочу, а я без грешен. Вот это гордость, вот это слепота. Не дай Бог быть в этом состоянии, потому что Бог призвал все человечество к покаянию, как раз и покаяние сокрушает демона гордости. Батюшка, вот как раз вы сейчас говорили, у меня такой вопрос появился. А может ли человек быть уверен, что с ним говорят небесные силы, ангелы или кто-то еще? Это очень тонкий вопрос и очень тонкая тема. Дело все в том, что мы по своей падшести более приближены
приближен к миру падших ангелов. Поэтому надо чрезвычайно осторожно относиться к видениям, откровениям, к общениям с так называемым невидимым миром. Потому что у отцов есть очень точные правила, скажем, святые отцы, которые стяжали опытное разумение на фоне, допустим, они давили такое правило. Если речь идет о каком-то явлении, то говорят так: и не отвергай, потому что вдруг это было от Бога, так скажем, или мы не знаем от Бога. И в то же время не принимай, чтобы не попасть в искушение. У нас были святые мужи, скажем, в Киево-Печерской лавре подвязались отцы, вот Никит, который потом стал епископом новгородским. Он был в огромном подвиге, в затворе. Ему стал являться демон и тоже читать Писание, потом дал ему дар, как бы все читать, а потом обольстил его так, что он, так сказать, попал в страшное состояние болезненности. И другой святой, который вообще потерял все силы, вымаливали Антоний преподобный, потому что бесы его застали поклониться, что идет Христос, а явился демон. То есть человек очень легко может попасть в обольщение. Это особенно у тех, кто подвязается в подвиге монашеском. Поэтому надо быть чрезвычайно осторожным. Дело все в том, что божественный мир, который высоко-высоко над нами, он разделен, то есть мы разделены от этого мира миром космическим. Это мир падших духов. И они не хотят, чтобы мы связаны были и общались с божественным миром. Поэтому они всячески нас отрывают от молитвы. Они всячески влияют на нас, чтобы мы не искали небо горнего, чтобы мы были прилеплены к земле, чтобы мы жили по духу вот этого мира, чтобы мы день и ночь, как белка в колесе, занимались суетой и заботой, и только не спасались. И вот когда человек начинает по-настоящему, встав на путь спасения, покаяния, подвязаться, вот тогда он и обнаружит, что есть падший дух, который его ненавидит, который по зависти вводит нас в искушение, в грех, который нас заставляет делать зло. И самое страшное то, что тогда только человек узнает плен. И вот в этом как раз состоянии, и мы и нуждаемся, для этого и устроена церковь. Таинстве и в детоводитель ко Христу, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, еврейский народ нуждался в вожде, который его бы из пустыни привел в землю обетованную, так мы нуждаемся, чтобы некто нас из пустыни страстей привел к обетованной земле, так сказать, бесстрастия. Да, я слушаю вас. Следующий звонок из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину воскресе. Отче, будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Надо ли смиряться перед людьми, у которых существуют и еретические, и догматические убеждения, собственно, которые им преподаны были некоторыми людьми богословия? Не всеми, но есть, существуют такие люди, которые... Да, я понял ваш вопрос, да-да-да. Ну, здесь мы должны знать одну очень важную вещь. Поскольку всякая ересь... Всякое извращение божественных догматов, то есть Бога откровенной истины, дарованной нам самим Христом, которую нам преподали святые апостолы в Писании, как в предании Церкви, которую святые отцы утвердили в борьбе со всякими ересями, это то, что необходимо хранить. Вот здесь именно должно быть понятие или православие, или смерть. Если этот человек нас заставляет мыслить, если он сам неправильно понимает догматы или имеет ложное понимание истин, и будет нас заставлять, чтобы мы приняли его точку зрения или его понимание, как это было, скажем, с Оригеном или с другими еретиками в древности, то здесь мы должны от этого отринуться, как говорят, бес от ладана, так мы от этой нечистоты. Святые отцы гнушались ересью. Мы знаем, что святитель Николай не потерпел ереси Ария, и в буквальном смысле возмущений, хотя он был иерарх церкви, иерарх, и вообще священнику не положено поднимать руку на кого-то. Он ударил его. Это была ревность по благодати. Мы знаем, что отцы осудили этот поступок, с него сняли священнические одежды, и он был посажен в тюрьму. И вот известно, что ему явилась Богоматерь, Господь, и облачили его в одежду. То есть Бог принял вот эту его ревность, потому что он не терпел эту нечистоту, потому что он хулил достоинство Бога-человека как подлинного Сына Божия. Потому что Арий всех учил, что Христос сотворен, что он тварь, а только Бог не сотворен. На самом деле мы, вот когда исповедуем символ веры, мы говорим, рожденно не сотворен. Если кто-то вам будет, скажем, ереси Ария, да, мы должны не смиряться, мы должны исповедовать веру. И Христос нам говорит, кто исповедует меня в этом роде, прелюбодейном и грешном,
перед людьми, того и я исповедую, когда придет Отец мой, значит, перед Отцом Небесным, когда приду судить этот падший грешный мир. Значит, здесь смирения не должно быть. Известен и очень такой замечательный случай в древности, когда преподобного Агафона, одного из древнейших отцов, такого замечательного отца пустыни, стали отцы укорять. Говорит, ты там блудник, ты там развратник, ты такой, ты сякой, ты... И он говорит, да, братья, помолитесь за меня. То есть он смирялся перед вот этой как бы клеветой. Но когда ему сказали, ты еретик, он тут же остановился, говорит, нет, я не еретик. И он подчеркивает, почему его спросили отцы, ты смирялся, когда мы тебе говорили, ты блудник, там, ты вор, ты развратник, ты ничего не говорил. А когда тебе сказали еретик, ты сказал нет. Он говорит, потому что ересь удаляет нас от Бога. Вот это очень важно, нужно понять. И не дай Бог, потому что мы живем в очень опасное время, когда отцы предсказали, и сам Христос сказал, бдите, молитесь, не бдите напасть. Надо быть сосудом чистого учения христианского и ни в коем случае не принимать. Но надо иметь рассуждение, чтобы не раздражаться на этого человека, не гневаться на него. Надо разделять человека как образ и подобие Божие, который является носителем этой еретической заразы, и ту ересь, которую несет. То есть ересь надо ненавидеть и отвергать, а человека любить, жалеть и молиться за него. Так учат святые отцы. Следующий звонок из Беларуси. Слушаем вас. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, батюшка и ведущий. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вот молитва... К сожалению, сорвался звонок, но вот от общих фраз есть конкретный пример с вопросом из социальной сети в официальной группе телеканала «Союз». Задает вопрос Екатерина из Екатеринбурга. «Украли у меня кошелек с большой суммой. Так получилось, что я знаю, кто это сделал. Как смириться с этим? Не осуждать? Борюсь с желанием увлечить виновника». Но она напрасно борется с желанием. Здесь надо быть разумным. Вот то, что я сейчас привел, согрешит против тебя брат, обличи его. То есть ей надо с кем-то, может быть, если она не имеет дерзновения, не имеет крепости духа, с кем-то брат, допустим, старший, или какой-то христианин, даже с батюшкой, прийти к этому человеку, с любовью поговорить, прости, вот там раб Божий такой-то или раба Божий такая-то. Вот у меня есть сведения или, вот, так сказать, информация, что ты присвоил мои деньги. Вот, мы к тебе пришли с любовью, не укоря, всякое бывает. Вот, пожалуйста, верни мне и признайся, правда ли это? Потому что, вот, скажем, у меня есть помысел. Отцы, вот, когда имели кто-то на кого-то помысел, они шли и говорят, ты знаешь, у меня помысел, что ты вот то-то, то-то. Если этот человек честный, он должен сказать, да, я взял, потому что я подумал, что это, так сказать, для меня Бог послал, к примеру. Но раз это твое, возьми, потому что нам дана заповедь от Бога, не пожелай чужого. Потом, если этот человек взял это сознательно, то есть поступил, как, скажем, украв это, то это вдвойне грех. Ему, наоборот, надо помочь, потому что если он вернет его, этот кошелек, он освободится сам от тяготы, потому что когда мы призвали чужое, это состояние, когда неспокойна совесть. И апостол Павел говорит страшные слова. Он говорит, смотрите, не обольщайтесь, не обманывайтесь, никто не чистый, в Царство Небес не войдет. И один из грехов, который определяет нашу нечистоту в этом плане, как раз есть ни воры, ни лжецы Царство Небес не наследуют. Если он вам поможет, как раз сознавшись, вернет кошелек, и вы успокоитесь, и деньги используете на ваше благо, и человека вы видите из состояния. Вот. А если он, тем более, так сказать, это сделал и скрывает, ему надо помочь, значит, надо прийти с каким-то хорошим человеком. Я думаю, что здесь надо помолиться и идти смело. А если он начнет выкручивать и оправдываться, и есть возможность его уличить, то есть есть улики, то надо этим воспользоваться. И нет греха, если вы даже, в крайнем случае, можно подать и в суд, и взять адвоката, потому что, когда речь идет о большой сумме денег, ее можно использовать, потому что она необходима в жизни, вы сейчас будете страдать. То есть вам этот человек потенциально принес ущерб. Здесь можно побороться с жизнью, и здесь нет греха, и нет такого, что вот я буду смиряться. То есть надо быть спокойным, потому что если есть возможность решить эту проблему, надо ее решать смиренно, с любовью и к этому человеку, и с Божьей помощью, так сказать, вернуть то, что принадлежит вам. От материальных ценностей к духовным. Максим из Нижнего Новгорода спрашивает, как смириться с моим характером, который иногда делает меня очень жестоким? Ну, вопрос немножко неправильный. Как смириться с моим характером? Нам надо по-другому ставить вопрос. Мы все больные. Вот если ты обнаружил свои страсти, свою, так сказать, нечистоту в комплексе, то, что называют характер, что такое характер? Это комплекс страстей, то, что свойственно нашей природе, но не первоначально, как Бог ее создал, потому что мы не ходим под Луной и под звездами, как считают астрологи. Допустим, если я родился под Юпитером, значит, у меня вот только такой характер, а если я родился под Сатурном, то только такой. Человек... Всякий человек в своей падшести имеет возможность исцелиться в лоне церкви через таинство и борьбу с грехом.
Поэтому надо открыть Льяна Лествичника, где прекрасная школа, так сказать, прохождение борьбы со всякими страстями, почитать, увидишь все свои страсти, все свои болезни. И те советы, и те врачебные рецепты, которые дает этот святой муж, применительно лично к нам, взять на вооружение или, скажем, невидимую брань старца Никодима и святогорца, и других отцов взять, которые епископа Игнатия, который все это описывает. И этот опыт использовать для борьбы со страстями. Не надо говорить, как мне смириться с этим или с этим. Мы призваны каяться. Мы не должны смиряться со своей греховностью. Мы призваны лечиться. Если человек сидит в проказе, у него болит все, и он говорит, как вот я, как мне ненавидеть самого себя, вот я такой-такой. Но если у него есть возможность пойти в больницу, если его врачи исследуют и могут дать ему мазь, допустим, от такой-то проказы, дать лекарство от такой-то болезни, сделать операцию, удалить язву, то надо этим воспользоваться. Мы живем в мире, где есть возможность исцеляться. Пока жива церковь, пока действует таинство, пока идет живая проповедь, пока Дух Божий с нами, надо воспользоваться. Господь нам и дал возможность этим пользоваться. Для этого мы и живем. Надо бороться за жизнь, за праведность, за то, чтобы стать лучше. А иначе получится, Господь дал таланты, а ты их не использовал, и придет Господь, ты скажешь, Господи, я, вот ты дал мне талант, вот он у меня остался. И мы помним, что Господь сказал, раб лукавый, ленивый, я тебе дал, чтобы ты мне принес прибылью. Вот борьба с грехом – это и есть возможность показать Господу, что хотя бы одну копеечку заработать на покаяние. То есть плоды покаяния должны быть, каяться надо, каяться. Сергей из Великого Новгорода хочет узнать, как отличить свои мысли от мыслей, навеянных лукавым. Это очень тонкий вопрос. Дело все в том, что наш ум, как выразился один духовник, очень хорошо есть седалище беса. То есть мы очень часто принимаем помыслы, особенно, скажем, во время молитвы, которые нам наветует падший ангел. И вот это как раз признак того, что мы не свободны. Свои помыслы, когда, скажем, человек в мире с Богом, когда он покаялся, скажем, причастился, у него мир души, он может думать, там, допустим, об одном ближнем, о другом человеке. Это вот его, естественно, там, скажем, вот, переживать, скажем, за сестру, которая куда-то поехала, скажем, работали, вышла замуж где-то в другом городе, чисто по природе своей, потому что он как бы любит сестру, что она... Это моя мысль. Вот если, допустим, мысль о хлебе насущном, скажем, не хватает мне денег на одной работе, я думаю, как мне еще найти работу, где еще... Это наша мысль. Но если мы, скажем, принимаем помыслы, вот это помыслы, это и есть вражий посыл, то этот посыл имеет своим намерением оторвать нас от любви Божией, от молитвы и вести в грех. Враг насылает нам какие помыслы? Помыслы по плоти, что мы обратили внимание, если человек, допустим, женатый, что он обратил внимание на другую женщину и возбудить в нем похоть. Господь нам дал уникальную высокую планку. Он говорит, если даже посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействует душа. То есть человек, даже внутренне ощутив радость и красоту, так сказать, смотрение другого лицезреть, красоту другого человека, уже может по живущей в нем похоти почувствовать влечение, то есть пожелание этого человека. И уже это прелюбодейство. То есть какая высокая для нас дана планка, как нужно жить чисто. Вот если, допустим, я чувствую, что меня красота женская увлекает, значит, это вражий помысел. Если я, допустим, принимаю какой-то хульный помысел, который на хула на святыню, 100% вражий помысел. Если, допустим, осуждение, вражий помысел. То есть все нечистое, все нехорошее, это нам внушает враг, чтобы мы это приняли и сделали своим. И он это и записывает в наш грех и оскверняет наши души. И главное, если мы это принимаем и живем этим, оно становится нашим. То есть мы с этим духом становимся одно. Поэтому, когда мы начинаем каяться во всех страстях и грехах, тогда мы постоянно видим, что нами движимы нехорошие помыслы и желания. И мы их должны называть на исповедь. Я должен сказать на исповедь, Господи, прости, принял нечистые помыслы, скажем, в плане плоти, принял хульные помыслы, или принял помысл осуждения, или возношения, или, скажем, приходит мечтание, человеку по фантазии свойственно мечтать. Александр Сергеевич Пушкин говорил, мечты, мечты, где ваша сладость? То есть получается как бы обман, мыльный пузырь. А человек может представлять себе это будущее, что вот как он будет богат или кем он станет. Вот это вражьи помыслы, потому что они питают что? Гордость, тщеславие, самоутверждение, вот сознание, что я кто-то буду. Это тоже враг нагоняет. Вот у многих девушек, скажем, и у юноши в юности бывает фантазии. Он представляет свое как бы необыкновенное будущее, или, скажем, будь он спортсмен, творческий, как он будет золотые медали получать, или балерина, как она всех перетанцует. Это все враг внушает. Вот, то есть там, где внушается, что мы приняли дух мира сего, то есть гордыня, тщеславие, самоутверждение, возношение, это все вражье. А наше, это то, что должно способствовать нам жить на земле и помогать жить на земле так, чтобы жить с Богом, потому что задача быть в Боге. А поскольку враг не хочет этого, вот мы и видим, что мы в плену, что мы в суете и в заботах о
чуждом, а второстепенном. Как раз вот в продолжение Павел из Кирова спрашивает, а как же олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее»? Без соперничества и жажды быть лучше другого олимпийца ничего не добьется в спорте. Ну, давайте ответим нашему другу, телезрителю, что вопрос его как раз очень интересный. И мы сразу скажем, что христианское призвание нас на земле, оно ставит совсем другие задачи. Как раз небесный Олимп, вот, постичь и завладеть, так сказать, самой высшей вершиной, подняться на самую высокую вершину. Дело все в том, что и Олимпийские игры, и спорт, об этом говорит прекрасно апостол Павел, что упражнение, то есть гимнастики, оно не полезно для души. Это вопрос совершенствования плоти. И вот все так называемые Олимпийские игры, которые в древности показывали красоту и силу, так сказать, человеческих мускул или тела, или, так сказать, способностей, они были, когда мир был языческий, когда не было Христа. Но когда пришел Бога-человек на землю, Иисус Христос, и объявил всему человечеству, что мы все смертельно больны, и что мы призываемся к покаянию, к примирению с Небесным Отцом, до того ли нам, что бегать и прыгать, друзья мои, мы смертельно больны, и всей жизни нам не хватит по-настоящему, чтобы покаяться и примириться с Богом. 100 с лишним лет жил преподобный Антоний. И они, и другие отцы, они говорили, что мы как бы еще не положили начало покаянию, хотя день и ночь каялись, кушали, может, раз в 3 дня сухарики, воду, иногда неделями ни в чем не вкушали. Вот это подвиг был борьбы с телом. И самое интересное, что Олимпийские игры сейчас – это неоязычество. Сейчас современными народами завладело самое настоящее язычество, когда смелее, быстрее, выше. Это то, что питает плотскую гордость, и человек будет в помрачении, он будет горд тем, что он прекрасный спортсмен, но он будет бесконечно далек от Христа. И главное, поймите, Христос нигде не сказал «блаженный спортсмен, ибо тех есть Царств Небес». Он сказал «блаженный нищий духом, тот, кто понимает, что он никто, что в нем хорошее от Бога». Когда мы качаем свои мускулы и достигаем каких-то вершин в спорте, мы этим самым оправдываем, что мы можем гулять с чужими женщинами, что мы можем нарушать заповеди, которые очень серьезные заповеди. Посмотрите, спросите спортсмена, кто из них соблюдает пост, кто из них в субботу, воскресенье ходит в храм. Они по 16 часов могут тренироваться с мячиком, а спросите, сколько минут он тратит на молитву. А апостол говорит, непрестанно молитесь. Мало того, Великий пост, они едут на Олимпийские игры, и там вкушают то, что запрещено канонами. Как же получается? Значит, в период Олимпийских игр я не могу быть христианином, я должен прыгать выше и сильнее, и быстрее, а потом я могу быть христианином. Да не может такого быть. Надо или Христа выбирать и спасение, или ложную радость и славу этого мира, и потом быть обманутым, потому что Христос страшные слова сказал в Евангелии. И, дорогие мои, кто слушает, я хочу к вам обратиться и особое внимание вам, так сказать, обратить на это. Поверьте, слова Христа страшные. Он говорит, что пользы душе, если ты весь мир завоюешь, а душу свою погубишь. Были великие писатели, Толстой покорил весь мир своими произведениями, а душу свою погубил, потому что попал в неразумное состояние, извратил по своему Евангелию и стал еретиком, богоборцем, и вне церкви умер. И когда за него сестра его, которая была монахиней в Шамардине, стала молиться, упала в обморок и явился в духе, в душой своей пришел с иного мира Лев Николаевич и сказал весь клокочен, не молись за меня, я отвержен Богом. Сейчас его читает весь мир, есть толстовский фонд, миллионами экземпляров его книги стоят на полках во всех странах. А где душа Толстого? И вы пойдите, спросите спортсменов, которые ушли в иной мир, или, скажем, шахматистов, которые уходили потом в очень тяжелом состоянии. Поэтому, мои дорогие, поверьте Христу, полюбите Христа. Христос нам предлагает единственный настоящий спорт. Это спорт, когда мы изработаем через подвиг покаяния спасение для нашей бессмертной души. А если мы попадем в ангельский мир, где вы увидите красоту неизреченную райских обителей, где вы увидите такой неизреченный блаженный мир, вы поймете, что все это прах и ничтожество, которое наша земля предлагает человеку бегать, прыгать и достигать каких-то результатов. Все это прах. Никакая медаль золотая не может оправдать нас на страшном суде. Батюшка, продолжая говорить о смирении и противоположности гордыни, естественно, самый главный вопрос для всех нас – с чего нам начать? То есть вот завтрашний день или, может быть, даже сразу же после просмотра программы, как стяжать? Надо посмотреть в Божье зеркало на само себя, как бы, чтобы это зеркало нам не льстило. Как он говорит, он смотрит в зеркало, оно ему льстит. На кого мы похожи вот сейчас? Вот если я сейчас с точки зрения божественной категории вот, проанализирую, кто я сейчас, и увижу, все гордость, эгоизм, самоутверждение, увижу самоцен, увижу, что я, как сказать, в таком состоянии, что все во мне как бы хорошо,
значит, я в самообольщении, значит, надо открыть Евангелие и начать читать Слово Божие, которое нас призвало к покаянию, и молить: «Господи, открой мне мои грехи, открой мне мои страсти, и дай мне духа покаяния, дай мне духа сокрушения моих грехах». Один блаженный архиепископ Александрийский Феофил призвал к себе святого мужа из пустыни и спросил, говорит: «Что ты нашел полезного подвиги пустыны, в жития?» И святой ему старец сказал, говорит: «Непрестанно самоукорять самого себя». Он говорит: «Воистину, говорит, нет выше, говорит, дела, никак укорять себя. Вот мы должны себя укорять, что я раб неключимый, что я ничего не стою, уничижать перед ближним, тогда нас Господь возвысит». А вот это самое страшное сказать, но это самая тяжелая наука, потому что враг нас возносит. Враг хочет, чтобы мы жили в духе гордость, потому что тогда он нами владеет. А когда мы смиряемся, он теряет над нами власть. Вот я в заключение один маленький пример как раз из книги приведу. Есть уникальный святой, который пришел с духоносными мужами из Сирии в Грузию по благословению Царицы Небесной, Давид Гориджийский. Как-то он восхотел, идя из Гориджийской пустыни в Святую Землю, поклониться месту, где пострадал за всех нас Господь наш Иисус Христос. И вот когда он проделал долгий путь по пустыне, подошел к Елеонской горе, поднялся и вдруг увидел перед собой град Иерусалим. Он упал на колени и заплакал: «Господи, говорит, ты здесь ходил своими пречистыми стопами, я, говорит, недостоин здесь ходить, грешный». Упал, поцеловал землю, взял три камушка, поцеловал их и говорит: «Господи, прости меня». Повернулся и пошел обратно. И вот, видя это смирение его, Господь является патриарху Ювеналию, говорит: «Пошлите диаконов за блаженным Давидом, он уносит всю благодать Иерусалима». Действительно, за ним побежали диаконы и патриарха, и взяли у него из трех камушек два. И вот один камень, который он взял с этой горы, он принес в Гориджийскую пустыню. Вот в XIX веке был такой Михаил Сабинин, историк, прекрасный писатель, описывая вот эти замечательные святые места, он говорит, что еще показывали этот камушек, который был буквально благословением Святого Града. Вот это поразительное состояние, он посчитался недостойным. Вот если мы будем считать себя недостойными, Дух Божий к нам придет. Вы помните, как жена блудница, кровоточивая, которая говорила: «Я только прикоснусь к одежде Господа, исцели». Она считала себя недостойной подойти и попросить: «Исцели меня». И как Дух Божий пошел, вошел в нее, вышел из Христа, Христос говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» А тысячу людей его окружало. Ученики в недоумении пришли: «Как же, что ты спрашиваешь? Как можешь говорить, кто к тебе прикоснулся? Тысячу людей тебе прикоснулся». «Нет, некто ко мне прикоснулся, ибо я почувствую, как сила изошла». И тогда эта жена упала, когда услышала его глаз, и сказала, что вот я была в нечистоте и исцелилась, потому что вот это и Господь попустил, видно, за блуд, что в ней постоянно текла кровь, она не, то есть месячную у нее не прекращается. Это была ужасная болезнь, она истратила имение, она ничего не могла сделать. Видите, что такое смирение? Вот она себя смирила, то есть болезнь ее уничижила до того, чтобы она ощущала, что она последняя тряпка, что я никто, я прах. И вот как Дух Божий любит смирение. Поэтому надо умолять: «Господи, открой мне мои грехи и страсти, и дай мне духа смирения, чтобы я почувствовала, что мне необходимо». И Господь обязательно поможет. Надо умолять Бога. Господь идет взаимоотношение с Богом. Господь врач, мы больные. Будем просить врача, он нам поможет исцелить. И дай Бог нам всем, и мне, конечно, и любому, потому что все мы до самого последнего вздоха нуждаемся в том, чтобы смирять себя, самоукорять, и не дай Бог воспитывать в себе гордость. Батюшка, к сожалению, время нашей беседы уже истекло. Благодарю вас, что вы к нам пришли. Всего вам доброго. До свидания. Благодарим и мы вас. Всего доброго. Храни всех Господь, да. Уважаемые телезрители, всего вам доброго и до новых встреч.